21 сентября двукратный олимпийский чемпион Василий The Great Гломаченко прилетел в Лос-Анджелес. В настоящий момент он уже там продолжает свою подготовку к профи-дебюту, который намечен, как известно, на 12 октября в Лас-Вегасе. То обстоятельство, что в аэропорту его лично встречал Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, говорит само за себя. Тему продолжит Игорь Шафигулин. Сейчас Василий Ломаченко каждый день проводит по много часов в боксерском зале самого Фредди Роуча. Того самого, который из Мэнни Пакьяо сделал великого чемпиона. Интерес к личности Белгород-Днестровска у спортивной журналистки Top Rank был серьезным. В частности, почему это Василий Ломаченко в своем первом бою будет боксировать не 5-6 раундов, как другие, а сразу 10? Как бы я в боксе уже с 6 лет, мне сейчас 25, я очень много времени провел на соревнованиях. Я считаю, что у меня достаточно опыта, чтобы провести 10-раундовый бой и не просто его провести, а показать всю красоту своего бокса. Американская журналистка с очень боксерской фамилией Пончер свое любопытство решила утолить с помощью Боба Арума. Видели ли вы когда-нибудь в своей жизни более уверенного в себе боксера, чем Ломаченко? Нет, этот парень представляет из себя нечто особенное. 12 октября он выйдет в андеркарте боя Брэдли Маркес. И он самый великий из всех любительских боксеров, которые когда-либо становились профессионалами. Я действительно думаю, что он станет великим боксером всех времен и народов. Был ли когда-нибудь боксер, который уже во втором профибое дрался бы за титул чемпиона мира? Нет, такого не было. Мы вскоре увидим историю, которую творим собственными руками. Согласитесь, глупо было бы мурыжить такого спортсмена предварительными поединками. После боя Ломаченко-Рамирес на ринг выйдут Крус и Солидо, которые поспорят за вакантный титул WBO. Если Василий одержит победу 12 октября, то уже в январе он сможет боксировать с новоиспеченным чемпионом. Это событие намечено в Нью-Йорке на старте недели Супербоула, чемпионского поединка в американском футболе. Но ведь у соперника Ломаченко 28 профессиональных боев за плечами, а у Василия это лишь первый. Хосе Рамирес в настоящий момент интерконтинентальный чемпион WBO. И он очень-очень серьезный соперник. Для Ломаченко это не будет прогулкой в парке. Рамирес прекрасно понимает, что если он победит, то станет в один ряд с такими великими латинос, как Оскар Вальдес и другие. И можно только догадываться, какие бои нас будут ждать в будущем. До боя Ломаченко-Рамирес остается 2 недели. Украина замерла в ожидании. Поддержать своего товарища в Лас-Вегасе собирается еще один украинский нео-профи Александр Усик. Хотел бы поблагодарить всех любителей бокса, всех, кто смотрят бокс, любят бокс. Смотрите, следите. Я буду очень рад, когда вы будете меня поддерживать. Спасибо. Сюрприз своим телезрителям в преддверии поединка Василия Ломаченко против Хосе Негро Рамиреса готовит и телеканал АТВ. Следите за нашими эфирами.